Рама ебаная. Yeah, you got the yummy, 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 yummy. Yeah, you got the yummy. Субару. Тата. Зачем корейское видео включил? Тойота. Блять, блять, трактор, блять. Академия смеха. Стенд пошел. Братаны, будущее. Когда уезжаешь? В четверг. Ну, в среду ночью. А что? В среду, значит, на четверг нам нужно заказать человека, который обои будет делать. Я тебе об этом еще вчера сказала, барана. Да? А обои, как думаешь, саму сдрать или нет? Нет, зачем? Он, кого вызовешь, тебя сдерут, не надо. Слушай, нас... купи. Что же ты наделал, бобер ты ебучий? Ксюха, а почему ты перестала носить норм одежду, как раньше? Ты сейчас выглядишь, как мамка, родившая двоих. Иди нахуй. Так вот, только купи в дворе, пожалуйста, специальную такую, как это называется, которая на пол стелится, пленка, чтобы полы не запачкать клеем. Хорошо? Что же ты наделал, бобер ты ебучий? Романтическое говно тем, кому за 30. Ебать, молодой, иди тебе по уху щелкну. Спасибо. Слушай, если бы ты видел, как я грушу набиваю, блядь. Ты бы так не пиздел, Санёк, блядь. Пленка. Пленку надо настелить на пол, чтобы и клеем, и хуйня не загадить, ладно? Чат, я, блядь, вам это оставляю за задание, чтобы это говно съездило и купило. Если я приеду, здесь будут засраны полы, я тебе застру твою жизнь. Не, во-первых, я услышал только говно слово, а все остальное я пропустил мимо уха. Повтори еще раз, пожалуйста. Купи в стройдворе специальную строительную пленку, которая на нахуя? Двухсторонний просто или на строительный скотч вот так на пол клеится, чтобы не запачкать ее клеем, пожалуйста. Нахуя? Пол, пожалуйста. Клеем? Клеем, обоями и прочей хуйней. Проще. Господи, убираться. Ты себя слышал, обрыва ставить. Проще мусор это будет потом. Просто пленку убираешь, и у тебя полы чистые относительно, пожалуйста. И у Вовы сделайте точно так же. Тебе мать в детстве говорила, то, что ты красивая. Нет, она меня бросила. Пиздец. Встала, впереди едет Яндекс без водителя абсолютно. Да то, обгони его, покажем. Вот такое такси. Скоро и таксистов работы не будет. Хаос. Вот, смотрите. Водители. А, есть козел. Все, блядь, я все проебал. Ну и будущее настало. Впереди едет Яндекс. Что же ты наделал, бобёр ты ебучий? А чей у вас в чате до сих пор Найтбот пиарит полка? Да забыл убрать. У вас же закончилась реклама. У нас, по-моему, Найтбот рекламит всю абсолютно рекламу, которая у нас была до этого. Чего мы рекламили? Чипсы, Акс, блин. Чипсы, Акс, блин, это пиздец, я в ахуе. Водителя, абсолютно. Да то, обгони его, покажем. Вот такое такси. Скоро и таксистов работы не будет. Хаос. Вот, смотрите. Водители. А, есть козел. Какой ебал. Алло. Да, это Бог. Диктуйте. Ноль. А что это вообще такое? Что? Диктуйте. Ноль. А что это вообще такое? Слушай, ну это все равно лучше, чем у подъезда бухать. Я тоже так думаю. Все равно это интереснее. У Лунки бухать лучше, чем у подъезда. Коврики, на которых было вышито 007 и скромный мотор 1.9. На таком моторе Джеймс Бонд мог поехать только нахуй. Все, я пошел. Ребята, сегодня в своем телескопе я увидел нечто, я сейчас вам покажу, вы не поверите мне. Ну, смотрите. Народ, добрый день. Кстати, народ, хочу вам посоветовать сайт Йопфон Витаникс. З. З. И. И. И краткое. К. What the fuck? Wait. Мистер Анджело.
Да. Пизда. Биткоины вкладывайся. Да нормально все, ну курс немножко плавает, но сейчас упал чуть-чуть. Ну а так-то в общем-то все нормально. Все очень здорово, я тебе советую. Только биткоин. Я вот недавно задумывался насчет того, куда я вкладывал деньги, вот в этот, в как оно, в Airbit, вот эту вот ферму-то ебаную. Я просто, ну типа, я реально на полном каком-то уме, да, так скажем, просто взял 400 тысяч рублей и вложил их, но прикол в том, то, что, а как это все работало? За счет чего мы должны были получать прибыль? Типа, я даже не задумывался об этом. Я такой, блядь, пиздец, реально. Я что-то не на уме сделал. Но как так можно было подсесть? Мы с Максимом долбоёбы. Причем я-то был, ну, молодой, да, сколько мне было? 13. Угу. Так, блядь, были чуваки, которым 40, то есть они реально... В 40 лет, ну, на полном серьезе, типа, блядь, деньги растут из ниоткуда. Я вкладываю деньги, и, типа, я их буду получать. Как же так получилось-то? Это просто пиздец. Ты дурак, ты на тренинги не ходил. Так прикол в целом, то, что на тренингах говорили, чем больше нас становится, тем больше мы денег будем зарабатывать. Все. А нет. Откуда эти деньги? Суть в том, что если ты привел за собой чела, ты получил с него доход. Да. Пирамида. Ты сверху и потом кого-то там... Ну, так сейчас... я думал, деньги какой, откуда-то растут, биткоины там, типа, конечно. Или что. Кто мы, стадо? Криптовалюта — это будущее, это будущее. Не смотри, не слушай никого, это все дураки, дураки. Я к справе у вас. Нас нормально, а у вас помощь потребна вам? Да. Шо? Надо картошку выкопать. Дай попить. Блядь, что жопа чистит. Да дай попить, заебал. Хорош! Тогда не убирай ее, дай ко мне. Нет, сюда. Это моя, я себе сходила налила. Ты сходи... Собака, ты проиграла, блядь, на свою фару. Что же тогда делал, бобер ты ебучий? Дрон реально въебать может. У нас когда с ним конфликт был, он мне в челюху въебал. Я попыл, чуть не отключился. Пришлось в борьбу пойти, там шансы есть. Возьми. В борьбе со мной шансов вообще ни у кого не бывает. Ой, бля! Смотрите, какое стоит трухлявое дерево. Вы хотите, чтобы я его сломал? Я хочу. Наверное, полностью сломать не получится, если только сломать вот эту большую ветку. Ломай, полностью ломай. Ты сможешь? Ладно, сломаю. Хьюстон, внимание! Мы получили видеосообщение, адресованное экипажу. Включите. Вы видите это? Ух ты мой! Доллар на 3 копейки подешевел, пацаны, пора компьютер собирать. Блядь. Как так? Долбоёб. После каждого вылета... А как он это сделал? Как так? Как так? После каждого вылета механики ожидают информативного ответа пилота о характере поломки автомобиля. А я, блядь, там уебался, блядь, чем-то нахуй, аж подлетел, блядь. Важная позиция, нельзя ни в коем случае погибать. Летит Молотов, он выходит, и это шашлык! Шашлычок. И лучок. Че это? 808. Кто? Лентяева. Как, блять? Ебать ты, сука, блять. Лентяево. Совок, блять.
Подожди, Ксюх, ты совок получается. Ксюх. Реально лентяево такое есть? Пора срать! Ну пошли, глянем! Ну, дай подкурить. Да ты ебися! Ну чуть-чуть. Лентяево, блядь. Черт! Тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах. Мы недавно с Вовой мимо гаражей проезжали. Там какие-то чуваки с пивом стояли, с бутылками, ну, типа с полторашками, баклажками. Стоят, просто чокаются и пьют. Я такой, что, блядь? Просто сборка у гаражей какие-то, ну, типа подростки. Чтобы без шума и пыли. Заебали, бляди, суки, ёдым, бляди. Заебали, бляди. Только едно в голове. Мам, коксу, пенчик. Мам, отлететь сам. В краину запомнения. Вымышли, мам, кеды стоят. Играй. Сейчас, короче, вот это, помнишь, да? Да, давай. Ау. Выкатывается двору. Ау. Что за хуйня? А помните, я играл в GTA? Там тоже олень пробежал, я вообще... Есть? Бля, я все клипы удалил, все это пиздец. Что за хуйня, это монтаж? Блять. Блять. Нихуя себе. Нафиг оно тебе нужно, настоящие мужики гоняют на механике. Хотя вот лично я считаю, что настоящие мужики должны гонять на колесницах. Вырос в мире динозавров, то я тебе расскажу. Кто? Динозавры бывают... Травоядные и плотоядные, а еще мозгоебущие! Но если нажать комбинацию КЛ и Шальт плюс F4, кто также сохранялся плюс в чат? Альт плюс F4? Да ладно, то что, сохраняться можно? Альт F4. Короче, мне сейчас звонил Дед Мороз, сказал, что подарков мне не будет на Новый год, потому что я весь год вел себя хуёво. Козёл старый, сука. Что она хотела сделать? Почему он так легко это делает? Блин, меня менты тормознули, по-моему. Парни, занесло, честно говорю. Занесло, честно. Не, я серьезно говорю, вы же видели, куда мне там КамАЗы летят? Да я сам офигел, парни, честно. Долбоёб про... Заделал бобёр ты ебучий. Осудите видос. Там же Волокас сказал слово на пи. Приятного стрима. Не ври. Алейкум ассалям. Салям алейкум. Ва алейкум ассалям. Вы не делаете кофе? Делаем. Ну так делайте. Ну 36 гривен будет. Сколько? 36. Да ты шо охуел, блядь, сука?
36! Тут він розбивав. Ми знаходимося зараз на Таймс-сквер, і тут таких диваків дуже багато. Я дуже вам... Ну чё, і такое тоже, і такое тоже. І вода сливається легко, і руки греть можна, не обжигаєш, потому що... Не... Всё. Насливав. Насливав. Кстати, этот смайлик реально похож на него. Посмотрите, вот этот вот сад-кат, который... Насливал. Да. Ну, он чуть-чуть прям похож. А как... А сад-кат это чё? А, это библитумб. А сад-кат это чё? Выпускайте кракена. Когда водила протянул аукс, я включу. Все мои волки делают. Я должен мучить теперь, я должен запикивать все вот эти твои, сука, пиздец, блядь, говно ебаное. Пацаны, вы не представляете, как я уже заебался. Да, Вот, недавно, бля, вчера, нахуй, или когда, да, после того, как Ксюша пошла в душ, короче, мыться, или куда-то там ходила, я, бля, здесь, что я хотел сделать, дверь закрыл, или... Это пиздец. После нее дверь закрываю, здесь у меня тарелка стоит, а я со вчерашнего дня оставил, ну, вот так же, как здесь. Пиздец, ты свинья, ёбаная. Вот, только у меня здесь лежал этот, что тут лежало? Тушеные овощи, блядь, ну, они уже все затухли, вкусные. Блять, хуйня падает, этот плафон ебаный, прям на все разъебывается в дребезги. Да пиздец. Вроде трэш-шоу не проводили, блять, все равно убираться пришлось. Я в ахуе, блять. Я вчера раз пять спустилась сверху вниз, потому что постоянно забывала что-то взять. Пиздец, блять, у меня просто, блять, хуй. А сложно, сука, пьяный подниматься туда-сюда. Это еба. О? Русский алфавит. О! Буква Н. Н. Нюхай бебру. Буква О. О. Обана, обана. Чичуваня, чичуваня. Буква П. Бан, он там пишет, что ты слышишь? Да давай. А, это было. П. Посмотрите мне в глаза! Все! Фа! Буква Р. Р. Русские идут! Домой! Буква С. Саня, что такое? Саня, блядь! Давай, тварь! Буква Т. Т. Ты, по-моему, перепутал. Буква У. У. Уходи! Доброе утро. Блядь. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить.